Сейчас в танки. Потом на первого босса ты спекаешься в ДД. На двух следующих ты... Блять, или мы на рысь побежим сразу. Ну ты три будешь сундука бить. Ну три по-любому, наверное. Хуй знает. Вы на джаналай, чтоб не подохли, блядь. Каждый раз новые лица, блядь. Ладно, побежим на рысь, похуй. Прыгайте в пугарет, пускай эта сова зайдет. Не хочу перетягивать сюда. ЗСД у всех есть? У меня нету. Оно штука танка вроде надо. Блять, а я забыл на ДК скинуть. Дайте мне две баночки, пожалуйста. Все. Какое там больше есть? Спасибо. Сама ты тут? Нету сама. Где ты сама, блядь? Сама. Какая тупая сама. Что за прям очень долгая сова? Пошел вручную хуярит Дискорд. Потому что у него нету в чате копировать возможности. Сидит переписывает. Тоже вручную ебаш. Реально, блядь. Ну, сова зашла. Курю растения тут. Курю растения. Пиздец. Ты вообще был тут когда-нибудь? Взломанили ты первый раз. Растения, блядь. Пожалуйста, ты как-то давай побыстрее немножко. Короче, смотри, твоя задача бежать за звездочкой. Когда я тебе говорю хотать звездочку и хотать реслин, нажимаешь хотки восстановления и омоложения и убегаешь куда-нибудь там по инсту, главное не в трэш. Не, это мы бежим, а ты убегаешь от трэша, ты хотаешь нас, убегаешь от трэша, понял? Живешь, короче, всеми способами. Как услышал сова? Все тут остальные. Меня забавилась эта хуйня, не могу вообще кинуть.
Все, идем все на калом. Плейбой. Запускайте. На первом этот, на где вороны летают, там от сил природы, да, тут тем ставим. Там. Да. Да. Блять, поставьте банк кто-нибудь. Пожалуйста. Поставил. Спасибо, сама. Мы не знали. Там два человека бьют, а дальше похуй. Скорость не увеличивается. Все трясется, что за хуйня? Это что-то у тебя с глазами. На исходной стали. Реслин, ловишь этих двух первых мобов и спускаешь их вниз. Ставь РДД хастетом или кем майнуть. Мы ждем. Забираем мобов, если второго забирай. Вниз пошли. Не бьем мобов пока что. Все, давай на пул поехали, все потрошим. Я одного у тебя забрал. Садимся на маунту за звездой, я бежу. Аккуратно, там справа маунт будет, не сагрить ее. Добежали. Стоим, ждем. Сова, охота и меня, я Реслин. Феникс со звездой, я Реслин, охота и быстрее. Сова, прием, блядь. Восстановление, омоложение. По мне и по нему. Все, красава. Теперь в форму оленя или на маунт и побежал в начале инста. Побежали остальные. Нет, ты в начало инста, сова, бежишь. Не с нами, а в начало инста. Сука. Дай диван. Ну, у нас пол... Реснин, диван дай. Угу. Ладно, там воничал с ССМ, если что еще.
Сова, умирай. Сова, умирай, прием. Подбеги к любому мобу и умри. И не заходи на нас. Я тебе скажу, когда заходить. Сова, быстрее. Блять, сосед. Все, красава. Давай этот, Рислин, снимайся с дивана, давай мы срез. Сова, заходи, если на тебе будет комбат, выходи с наста и заново заходи. Обрати сразу внимание на комбат. Сумон, стой сама, жди Сумона. Сумон, соседа, плейбоя, меня и Сумон. Так, рыбу ставлю, хавайте сразу. Все, быстрее бафаемся. Чай, рыбку докушаем, нам стремень. Давайте быстрее. Блять, у нас Войда еще тут нет. Чего так долго, ребят? Войд, ты где, блядь? Рыбу хавай. Давайте быстрее, бафаемся, время теряем. РДД полукругом становитесь вокруг босса. Когда говорю, сбегаемся в череп. Либо в центр, либо в череп. В зависимости, как будет кастить. Вообще на полмаф. Пробафайте. Отчет. Ладно, без отчета полю, пейте перепоту. Поехали. Так, а пока мы мне тут истерию давать? Аска повара, дай. Дам синерить, похуй. Паладина, дайте повару каску. Геру дайте, бейте босс. Прохиливайте сразу тот таргет, в которого летит эта, ну, хуйня, короче. Мульти, плохо стоишь. Тебя иглю по двоим въебала молния. Чуть дальше подвиньтесь. Сейчас каз будет. В центр сбежались, в центр быстрее. Подвоз все речи. Где босс пока что? Все, разбежались по местам с местами. В РНЖ. Блять, надо, если Миликов сейчас будет кинать, дам эйсбаунд. Центр сбежались. Центр в череп. К мульти в череп, 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 череп сбежались быстрее. В череп сова, в череп. Синрицу. Блять. Ладно, все, разошлись раньше там брали. Войд прохил. Наблюдай массакру. В центр сбежались быстрее, в центр. Под босс. Все, разбежались, раньше набрали.
сама 9к дает мощно. С АОЕ еще, с Тархолом и Солнцепадом. По птицу. Мульти прогильти. Поставь тотемный ман. Часы из баунда. В череп сбегаемся. В центр сбежались быстрее. Не, в череп. Кони чели, в череп. В череп, в череп, в череп, кони чели. Сова, в череп. Все, разбежались раньше на бой. Сова, от лута сразу отказываемся, лут потом в конце будем ролить. Мы идем на группу лути, блядь. Рольнешь, я тебя кикну сразу посреди рейда. Чтоб не терять время. Лучше лут поставь на всякий случай. Хуй знает, какие буги. Блядь, ну это лишнее время теряется с этого. Центр сбежались, добили быстрее. Проебланился, у меня шипы так-то есть, я там десяточку им-то точно бы дал. Я не знал, что у тебя шипы есть. Опа. Все, идите, умирайте быстрее. Умирайте быстрее, трэш. Все умерли. Никто не заходит, пока мы ждем. Я скажу, когда зайти. Умерли быстрее. И сразу, кто, когда заходим в инст, проверяйте, есть ли на вас комбы. Все, зашли в инст. На ком комб, смотрите сразу, проверяйте, на ком комбат выходите с места. И заново заходите. Маги, сейчас поднимемся там на холмик и ебанете столик. Так, чтобы ману жрать, блядь, было забись. Синрицу, ты где? Аккуратно идем со звездой сейчас. Обходим трэш. К звезде идите. Аккуратно. Все быстрее. Сова, догоняй. Давай, Сова, иди, иди. Вот сейчас за звездой так. К звезду прямо стань. И за звездой прыгай аккуратно. Стали в звезду. Прохилили всех быстрее. Столик магии боните? Давайте подняли. Сова, сейчас убегаешь вот в центр, вон туда водоем. И бегаешь. Хотай меня, я реслин. Ну, звезду и я реслин, хотай. Отойдите. Омоложение, восстановление, быстрее спайм. Сова, прием, блять, резчина. Нажми ебаные кнопки. Красава. Я реслин. Все, сова, убегай. Побежали. Так куда ты сама побежала, блядь? Ебаный урод. Ладно. Бывает. Не мешкайте. Кого вы боитесь, дуряшники? Отправляйтесь туда. Маничелло умер. Блядь, сова, ну ты такая сова, блядь, реально. Ну ты ДПСа не даешь. Ну ты хотя бы, блядь, слушай, куда бежать, нахуй. Ну назад, я ж тебе сказал, в центр, где выдаем, блядь. Падайте быстрее, блядь, заново бежим. Кинема срез, я умер у входа специально. Дотянется до Ваничелла. Умрите, пожалуйста, быстрее все и зайдите в инст. Я вас очень сильно прошу, нахуй. Точнее, не заходите, умрите, пожалуйста, все. Встаньте в тело и зайдите в инст. Если на вас комбат, выйдите, заново побежим. На грудь диван. Там... Блядь. Ладно, хорошо, Глю, жди там. Сова, блядь! Ты встань, пожалуйста, зайди в инст, блядь, заново. Я тебя очень сильно прошу. Ты очень руинишь, блядь. Очень руинишь в сундуке, блядь.
Тебе, блядь, два действия простых, тебе даже бежать не надо, нахуй. Сейчас я тебе метку буду ставить. Какую тебе, печеньку или крестик поставить? Увидишь же, надеюсь. Давайте быстрее. Сова, блядь. Сова, не пиши, беги, пожалуйста, блядь. Беги, у нас время, блядь, на сундуки. Время, нахуй. А я пиздеть могу, вот меня же слышно. Да, слышно, ты, пожалуйста, беги, блядь. Потом будешь пиздеть. Чтоб мобов не сагрил. Иди за звездой аккуратно. Вон, видишь, где лестница, я тебе печеньку поставил. Вот сейчас, когда проходишь нас, побежишь вон туда, в ту сторону, а не в сторону лишних мобов, чтоб сагрить. Проход и меня, Ереслин. Звезду и Ереслин быстрее. Ход и туда вон в печеньку беги, там где вода. Можешь в воду упасть и форму этого, блять. Все, сама убегай. Побежали. Остальные. Аккуратно справа пачку, не пульте только. Все нормально. Там на глю диван есть еще. Я уже. Он еще есть. Окей, все. Падайте все. Умирайте. Сама умирай. Подойди к другому, любому мобу и умри. Вон там, где в центре, который стоял. Они пока не к тебе подойдут. Давай, Манчелло, снимай диван, давай, Масрис. Тут те, кто далеко стоят, заходите в инст. Вставайте и заходите в инст. Если видите на вас комбат, выходите с инста. Сова, сломайся. Рыбу хавай, фулбаф быстрее дали и поехали по трэшу вот этот, который спереди стоит. Лапку, сова, лапку. Сейчас дам, дам, поем, дам. Все, погнали по трэшу, потом там, блядь, кушает. Блядь, два этих целителя. Аккуратно вот этим завоевателем подъебал, не подходите. Тотемы сразу забивайте. Главное. Играйте по звезде сначала. Идолы надо сбивать сразу. Либо они будут невосприимчивы. По звезде первой играйте. Идол. По печеньке играйте. Тотем, блять. Все, по звездочке играйте, я забрал звезду Ареслин с тебя. Когда скажу, Ареслин, дашь ходж по звезде. Больше дипы ничего не давать. Блять, уже дал сосед или мультик. Не надо дипы, пожалуйста, давать маги. На этих мама. Давай стану. С ходж, Ареслин, давай. Все, отлично. Добивайте звезду. Следующий таргет звезду будете бить. Блю, сейчас ты стан дашь по звезде, я скажу кому. Ставь ТПС, хуй ты лечение поставил какое-то. Давай стан, Глю, по звезде, стан. Угу. Отлично. Лестница синрит. Там рыба стоит, хавай. И баф, и пробаф эти заново. Ареслин, форму медведя забираешь. Джифса тыкните быстрее. Уже сломаться медведь. И лапку еще.
Прикиньте же сам быстрее, ребят. И про Маффетинов речь. Он же стоит починить. Я босс сразу пошел пулять. Вот тут вот стоишь, сама пищеньки. Ну дай горм. Сейчас дам. Я его обновляю, блин, не переживай. Чё ты Геру не дал? Он был сразу Геру с пулда. Блять, не часто играю на шамане. На каждом боссе с Геру с пула даешь. Кроме Джинлая. И Зулджина. Готовься, сейчас будешь забирать. Забирай, если. Сейчас. Готовься забирать. Поговорила, кстати, с Энзом насчет вашего кореша. Что за кореш? Пусть его нахуй второй-третий состав закинут, и все, ну, вообще кайф будет. В принципе, наверное, только в третий. И то, замены пока на дне. Сейчас с тёлками играет, вот это он третий состав, там баб 6, там пиздец, конечно, блядь, банда. Банда. Тупо три пухи упало с первого босса. Три нахуй, ебать. Вчера ходили в Соломан, тоже пан этот троллейбой упал. Босс упал? Нет, троллейбой упал и кинжал, и кольцо на с меткостью, которая с СПД на каст. Охуенно. Я что-то проебал в прошлый раз, не рыбал. Думал, хуйня. И медвежонок. Настя вырынула. Это четвертый сундук. Вчера ж мы ходили, блядь. Не, позавчера, блядь. А, блядь, в воскресенье мы ходили, точно, точно, точно. Я уже что-то проебался. Сама стабильно девятку ужимает.
Ну там не очень одет. Ну он. Он, по-моему, хит вообще не дает даже. Да? Не, висит баф. Висит. Ну что, ладно, бухач. Висит баф. Все, че на нем. Ну он на первом, по-моему, не давал. На первом уж не давал, а сейчас вот обновляется. Не обращал внимания, просто на первом. Так, сейчас, короче, вот забираем, потом сразу умираем, заходим в инст. На комбат выходите и заново заходите. И потом бежим за звездой. Хуета. Боже мой. А где тагер? Где тагер? Пошел нахуй. Его не существует. Пол. Ну мне два даггера с двух рейдов выпал. Блять, плащи только не падают. Падайте быстрее. Умирайте все. Да сука. Под лицо встаньте, они вроде клевают еще. Все, зашли все. На комбат выходите сразу. Смотрел, там нихуя у тринкет на Афлика падает, который хосту дает, там что-то 300 КСПД. Ну, после IP свой упал, да. Три гнезда, блядь, 800 КСПД. Не-не, тринкет на Афлика с хостой. И что-то там три раза настакивается СПД. Как-то, блин, я не запомнил, как называется, но только походу отсюда падает. Там, по-моему, только голова падает. Что забыл. Так, за звездой бежим сейчас, аккуратно обходим этого моба в центре. Я надеюсь, вы про него помните. Аккуратно обходим, сама где-то там. Все, красава, вниз прыгаешь вот так вот и обходишь. Все, останавливаемся тут, в звезде. Прохилы, фулбаф. Сова, бежишь вон туда, в начало инста, откуда мы сейчас бежали. Ты нас хотаешь и бежишь туда, понял? Хотай звезду и арислит. Давай, уже прям сейчас. Красава. Еще. Все, теперь убегай туда. За СД-шку пейте. Все. Садитесь на маунтов и побежали. Все, побежали. Побежали, арислит. Угу, побежали. Что-то я мани поставил. Блять! Сука! Арислина мани поставил вагон. Все, умираем тут на островке. Дай диван, Глю. Коня, Эма, блять. Все, отлично, падайте. Маничелло, потом СС по себе наш. Ну, на следующую перебежку. Умираем. Зайдите все сюда ближе, подойдите, умрите. Сова умирает, он тоже. А, ты умер. Сова, можешь вставать и заходить. Если на тебя комнату, выходи с мусора. Сейчас они троху отплывут, снимешь диван, да, чтобы смотреть. Сейчас очень важно, чтобы каждый за СД выпил. На... Вот сейчас будем бежать. Напоминаю, там есть лестница ёбнутая, когда мы туда забегаем. По левой стороне бегите, вы можете не пойти, зайти по этой лестнице на дрябу. Снимай диван, давай мы смотрим. И шкаф сразу ставь. Сова, где ты там? Сумон, рогу и все. Бафаем только еще стамину, самое главное. Все у нас стабильно. Сова, сейчас, короче, хотаешь нас и плаваешь в этом водоеме, как рыба, понял? Надеюсь, что понял.
Это долбоёб носовой СС дал. Стали все звезду. Зачем СС? Ясного ничела, молодец, красава. Ход и пейте все за СД прямо сейчас, пейте, пейте. И сели на маунт. Выпили за СД и сели на маунт. Все, побежали. Глю, ЭМА нажмешь на скорость, когда скажу. Нажимай, нажимай. ЭМА на скорость. Аккуратно, дырявая лестница. По левой стороне обходить эту лестницу. Пизда, блять. Тупо застанем. И, блять. С правой стороны-то умирать. Диван, да, Ереслин, если можешь? Вижу, да. Все, сова, умирай. Глю, снимай диван и ресы. Волока, тумка, блядь. Подожди, не надо, пока пусть не снимает. Все, теперь снимай и давай. Резко. Тех, кого резают, стойте в углу. Не двигайтесь там, не дергайтесь, чтобы мобов не использовать. А где лок, нахуй, не понял. Ванищелу в первую очередь резают. Я за стенкой, меня не надо. Я в комнату забежал. Сейчас кого резают, блядь, не двигайтесь. Сова, тебя сейчас суманут, тоже там не двигайся особо. Стой, где тебя суманули, в том месте. Меня, короче, тоже суманете, я там далековато лежу, блядь. Мобов не саги. Суманите меня и сосед. Вставайте. Плейбой где там потерялся? Еще не вижу. Так. Сейчас аккуратно рыбку вот тут вот ставлю. Рыбку кушаем все. И бафаемся на вход. Стаминку дал. МП5, кулаки разбавка, еще лапка. Каску по ворогам. Поварам кулак. А, есть уже все. Все готовы? Все, теперь за звездой аккуратно. По стене прижимаемся и бежим. Со звездой. По стене прижимайся, сова. Прямо к стене прижимайся и беги. Прямо, прямо, прямо вот так вот. Ага. Напуливаешь на вот эту синрицу, на реслин, кошку. Главное. Ты тоже приводишь? Да. Поставьте ауру на каст и на огонь. Все, вообще на полома. Поехали. Вот тут РД достаете, все дружно в одном гибье. Поехали. Геру сразу думаешь, блять. Тотем сразу убиваем, как только появляется. Рысь. Забирались там все. Тотем. Блять, тотем, ребята, убивайте, блять, алё, почему я его должен убивать? Столько миликов. Посмотри, убей тотем, пожалуйста, тебе проще всего подойти, да. Там, это похуй на ДПС. То у меня как прокнет, я могу его долго убивать. Тотем.
Дальше массив идти. Массив будет? Нахуя? Что пробило первый раз, испугался. Нормально. Мы без дуца, так что привыкаем. Зато у вас отхило больше. Забираю рислин кошку. По рыси играть все. Потаем. Рислины тут босса забирать не надо, ты кошку забирай. Тотем. Сова, ты кого бьешь, блядь? Ты рысь бьешь или босс, я не могу понять. Сова, блядь, прием нахуй. Ну так, блядь, когда рысь появляется, кого нужно бить? Только рысь, когда рысь есть. А не босса, блядь. Когда рыси нету, тогда бьешь босса, блядь. Тотем. Видишь, даже разбирались. По рыси играть. Этот да. Тотем. Видишь, даже под избалом, по-моему, там еблет нормально ломает. Mm-hmm. Это типа перед появлением рыси он типа уешку такую хуярит. Вокруг себя. Просто привык видать. Тотем. С ДЦшником поменьше. Тотем. Все добивать нас. Тотем. Блять, как далеко появился. Тотем. Ну что, ты хоть, сука, хоть что-то, блядь, в этой жизни, нахуй. Смотрите, без плечи упали с манекена. Хуета. Кольцо, блядь. А, и кольцо РДДшное, как обычно. Других колец нету, что ли, ну? И танковское. С меткости падайте, ну. Играйте. Идите, покурите сразу, чтобы потом не бегали. Потом дальше пойдем с перекурами. Потом утро разровнивать пойдем дальше. Встали, зашли вин сразу. На ком-комбат выйдите. И ждите в начале инста, короче. Сходите, покурите, пока 4 минуты. Потом утро разровнивать, пошли перекурами.
5, 4, 3, 2, 1. Нет, мне сейчас на джиналай придем. Давай серчи на ФК, и вот разрушу сразу. Ой, 7 ритм. 7 ритм нихуя не надо. Ой. Би свои плечи надо кому-нибудь идти. Дробях. Ой, это обмен. Дивизия, давайте клинок. Синрицу наш обмен. Клинок никому не нужен. Дальше троллейбой. Я бы поролил. Ну ладно, похуй, плейбой забирай. Спасибо. Реслина, блин. Грудак. Пост. Ой, это мне. Дальше. Ноги. Нарисни на мен кольцо Арвида. А ты думаешь, Рошам типа не носит этот посох или что? Да, при чем тут это? Ты одно отдал, второе отдал одному и тому же. Ну, потому что я ролил изначально, это если бы ты поговорил, я думаю, он тебе на дробях отдал. Условно, потому что он вырвал этот посох. Отдали, просто забрали, и все. Я отдал по ролу, а не, по, а не для гильдии. Пусть он хотя бы, ну, дробяшку даст мне, если он хочет лучше посох. У меня есть правая рука. Так, блядь, поговори с ним, говори, в чем проблема, я не понимаю. Блять, да у меня, сука, да я бы так это самое отдал бы, сука, да у меня камень лежал, я его ебанул сразу в эту хуйню, сука. Все, она теперь, блять. Не, 258 там был без дырки, этот. Бля, пиздец. Смотри, дашь обмен на плечи? Вот, по-тихому распылять его начинаю. Чтоб не мешался. Кирилл, там в ГБ нету нигде чарки на одну ручку на СПД.
Или может у кого-то профа есть чарка? На одну ручку у меня спали 90 чем-то там или 84. Пошлите на лес. Сама, я так понимаю, все обиделась, да? Ну ладно, как хочешь. Че, он не пойдет дальше? Так вот он страшно. Он же одну пуху, че там, нахуй ему посох, вот, вообще, по идее. Ну потому что он бейс, он с тремя гнездами. Ты это понимаешь или нет? Он что на хилаж, что на этого, блядь, на ДД. Там три гнезда, блядь. Да хуя хосты. Это все, что нужно аршам, по сути, понимаешь? Ты идешь дальше или мне тебя менять? Да не, поменяй. Окей, удачи. Шишки подменяю. Где там приколюшка наша? Шишки. Мулин наш, зайди за приста. Он уже ВК. Ладно, похуй там, наджилая его самонем, побежим так. Сейчас бежим до дерева. Реролните посох, если ты отдал, ну, типа, этому соседу. Так я купил за 100к, блядь. Да какой нахуй купил, вы прикалываетесь? Я сразу написал, что я готов. Ну, вы, блядь, прикалываетесь. Нахуй мне, я вас водить больше не буду вообще, ну. Если вы, блядь, покупать будете, ну. Я думал, он ролит и... Между сагильдейцем. Это некрасиво, ну. Не, я думал, он себе забирает, я только предложил. Это неправильно, по голде. Решайте вопрос по-другому. Ну, тогда я еще не чарил, пускай отдаст. Глю, ты другой момент, ты тогда в гильдии не был, что ты тогда продал. А здесь конкретно, когда с гильдейцем продажа запрещена. А посох где, блядь? Блядь. Ну что, на мужика сосед? Хорош. Нормально, отцы. Ебать, ты, конечно, кидаешь. Все. Время решил, пиздец. Ты че, мультип тоже родил? А че, Войт, голд отдашь? Ты че, ебанулся? Меня Войт кинул. Ты же выиграл пароль. Заебал. Как ты столько заработал, блядь? Не, Войт, возвращай. Некрасиво. Предлагаю 100 тысяч на весь рейд поделить. Вот если бы не мы, реально, ты бы его не толкал. Честно, блядь. Ой, блядь, разводил его, блядь. Какой голду на рейд, пошел нахуй. Да это сосед, он, блядь, сука, ебанутый. Он богатый какой-то, я хуй знаю. 500к, говорит, дам, нахуй. Пиздец, это впервые в жизни, что я сролил, нахуй. Да не, я видишь, я кидал ролл, ну, я понимаю, что это бисовая шмотка. Ребят, типа, я вам скажу на будущее, типа, если еще такая хуйня какая-то в 25-ке вообще произойдет, я просто вообще нахуй кикну сразу с гильдии. Мне похуй, кто вы там и что будет. Они типа поролили там. Я думал, он идет такой ролик себе. Просто я почему ролл кидал, потому что, ну, не хотелось, чтобы пук забрал. Потом на гильдию ролил.
Да, ты, ну типа... Все, давайте побежали, короче, реслинг готовься. По итогу забрал наш. Эма на коня Дашка, ну скажу. Побежали, реслинг. По левой стороне, справа мобов не сагрить. Заебись. Охуенное начало. Падаем, заново возвращаемся. Это вот эти, которые сверху сидят, они как-то тоже нужно их не агрить. Да, не агрятся. Ну, типа, их можно не агрить, но там надо, чтобы все к стене прижимались, когда заходили туда наверх подымали. Это мало кто делает. В основном они всегда агрят. Заходите, Венц. За 100к зачарю совсем. Денег нет, я бомж. Как ты их фармишь-то? Я вообще не понимаю. Покупаешь, может, за бабки? Я вообще не представляю, как столько да, на фанпе. Реально, блин. Давайте быстрее прохилились и заново побежали. Там такое, пацаны, я могу ливнуть, если что-нибудь.